На 3 дня туда, потом и сразу обратно 3 дня обратно. Фу-ху-ху-ху-ху. А ты не Ой. написал, сколько флеш стоит? Флеш я за сотку взял. Бутылку. За 100 рублей. Ну да. 100 рублей. Ох-ху-ху. Глядишь, скоро на грузинском будут тебе говорить такие же цифры. Буду обсыхать. По-моему, ты что-то взял не то. Я пытался выкинуть, но он не прикрутил. Ну зачем фиолетовая? Фиолетовая. Ну Такое у тебя никогда не это будет. не то. Тебе не нравится Она у меня фиолетовый? бриллиантовая уже, а ты ее фиолетовый Да покрасил. бриллиант Зачем? это уже не то. Фиолетовый зомби это то. Тут увеличенный О, магазин на там снайпе. Рорк. Там Рорк. Рок. Снова будешь косить, гасить его, косить. Фар. Как-то вы Я иду за собрались. фаром. Я чутка А я просто пришел за один фаром. раз Спасибо. смайлики отправляю, а он взаимностью не отправляю смайлик. Надо его, это что, я обиделся, короче. Надо На его, смайлики мои как не отправляю. сказать, delete in my friends сделать. Майнахи, Я удалю его из друзей. Майнаху, ого. Майнахака. Ну, Все блин. накрывает. Калтую Я так сделали. стараюсь, Delete. смайлики отправляю. Delete сделали Ладно, не калту. буду. Не будешь, что ли? Я ему дам шанс завтра. Я завтра еще один смайлик отправлю. Мне ответит все такая, ладно, давай. Там мне профессия. А я так старался. Вкладывала весь смысл в эти Нет, смайлики. Не так мои смайлики игнорю. Когда я отправляю. А я никогда не знаю. Как учить разу? Так, ракет. На завтра два. У тебя два инга. Не, она меня туда заставляет. Она меня заставляет Что? Разговаривать. А я не слушаю ее. В чем её. Эта проблема? В том, что она английский не учит правильно. А, я думал, блин, это... а чё, ты даже и не отвечаешь по-русски хотя бы? Я и думаю, как это она тебя заставляет? Ну, она меня заставляет на английском не разговаривать. Это, кто это? Даже не кажется, это очень сильно. Я его выкину! Тут Дейлка валяется. Выглядит и слышится очень сильно. Блин, я ничем не покрасил, извиняюсь. Она тоже делка бриллиантовая. Сама сделала. Без какой-то помощи. Да-да-да. Слышал я где-то такое. Быстро прицелим. Ну да, быстро. Кто там шмаляет? А? А. Оставьте. Это мои. А почему? Кто-то, наверное, переведется к нам. В нашу группу некий, потому что его в его группе там шутят много над ним. Ну, вот. Меня тоже бесило такое. Свет вырубите! Там все будет. Ну, между Сань... группами так Нет, бегать, зачем? И далеко не бежит группа рядом. Не, ну просто это девушка, которая... Нет, там все занято! Пусть с этим светом все, замолчите! Границ какие-то. Она шутит просто до посинения. Как бы это обидно не было, она будет продолжать шутить всегда. Не Блин, кричи! Ну... Все не слышишь! Блин, есть всегда граница юмора. Ей все равно. Всегда есть У нее нету. И она даже не знает, что это такое. Она говорит, ей говорят, что типа хватит, мне не смешно, мне обидно. Она будет все равно продолжать это шутить. И еще поебать. Обидно человеку или нет? Ну, такой вот токсичный человек, что с ним взять? Его не вылечишь уже. Ну, игра, она не имеет, у нее нету слова стоп.
Ну, в мозгу ее маленьком. Там даже и мозга нету. Им и так не пользуются. Блин, почему ее все время откидывает? Не, она, кстати, достаточно умная. И тупая. Типа, она хорошо учится. Она хорошо учится. Не хорошо это не показатель, это не показатель ума. Ее не показатель ума. Мой диплом посмотришь, подумаешь, что я умный человек. Так не скажешь. На самом деле не ходит. Ты подумаешь, я списываю всех. Подмигнула. Получилось флиртовать? Как тебе мой флирт? Нет? Зашел? Нет? Понравилось? Нет? Ну ладно. Я старался. Да, она пишет, наверное, сейчас. Кого ж? Нет, моя... ей похуй. А я так старался. Подкатываешь. Мне учить. Знаешь, это флирт для чайников, надо почитать. Может, пойдет. Пособие, глава первая. Там... Блядь, дверь не открывается. Я думаю, у меня окно лагает есть. Или что-то тут не так. Я хотел культурно выйти. А дверь не открывается. Закрыли. Так. Так. Вот тут есть... Блин, там зеленые. Давайте я вас высажу. А потом уже я. Ну, возьму его. Он в воде просто. Так. Меня еще вчера обозвали... Ой, вчера. Вчера английский был? Вроде да. А, да, вчера был английский. Меня еще это слабовидящие обозвали. Училка такая. Ладно, спасибо. Да. Дура. Знаю, чем подколоть и пользоваться этим. Тварь. Это как без нового сказать подойти. Это некрасиво. Она мне что-то на доске показывает. Я ей задаю другой вопрос, она мне отвечает на другой вопрос, который я не задавала. Я такая, блядь, ты поймешь меня? Одна. Она говорит, ты слабовидящая. Ну тогда ладно. Я такая, ебать, дура, что ли? А, ну я вот тебя так о другом трещу, а она мне о другом отвечает. Она говорит, она сказала, что я слабовидящая, поэтому, блядь, доску там не вижу. Там вертушка к вам летит, походу. И еще 3 тачки едет. 4, 5, 6, 7. Блядь. По мне ракетами стреляют. Блин, там люди. Я бронированный. Аша, сможешь это пострелять по ним? Блин, вон они. А я не смогу достать ее, тупо достать. Вон они. Там до хрена едет. Да, там до хрена. Там еще на горе. Там еще этот летает, летающий. О, я убил его. Я отомстил за вас. Я не сразу понял, что он в воде. Ебать, там заруинили просто, там охуеть сколько. Там 4. Там до хрена, я же говорил, там. Там Там еще с горы стреляют. А я еще не смогу. Ты как-нибудь уходи, потому что я забрать не смогу. А я не смогу их отхилить даже. Я не смогу их отхилить. Вообще не смогу. Блин, сука, плывет. Рандом. Нате, М2. Почувствуй мою М2. Блять, я его почувствовал почти. Сука. 7. Блять, только не ты. Лечись. Сука, тебе повезло, что я тебя сбить не могу. Глеб, нужна тачка, нужно вылечить хотя бы. Я как овощ, мне нужна помощь. Тачки нет, у нас садись на это. Плыви, плыви, Рыбёха, плыви. Садись на это и вали. Капец, вы тут положили. Да, там просто кто-то успел выстрелить как раз в них. Сука, уйди, съебись отсюда. Успею. Да. Ну, молодец. Респект, уважуха. Перфекшн просто. Я на свои вещи. А у меня не опускается. Блин, сука. Эй, как он...
Я понял, где он. Он один. Я ты понял. Можешь... Вы... А там. Он не один. Он уже не один? Блин, с этой. Вон, наверху. Нет, бля, сука. Сука, как? Бля, там еще рядом с меня залутал. Тарасыч. Сука, лутает меня полностью. Ракета, ракета. Блядь. Я нажал эту хуйню. У меня нет перемотки. А еще загружается. Пока до половины. Я ж так полетел. Откуда он так стреляет прям? С горы. С он горы. Прям на горе. Там я двое. Я же говорил, я ему два раза поставил счет, но его походу не спасли. Там... Блять, еще там шумят. Они везде. Я ловушка. Так. Аккуратненько. Блин, тебе невозможно будет там поднять в воде. Это только я с медиком смогу. А еще зона такая сильная, блядь. Он уплывает, там он видно плывет, поэтому. А там нечего лутать уже мне. И там убегает все, сука, уже. Съела мифическая. Ты. Бля. Аша скинулась на рискованный случай спасти меня. Да ебать. Они же не опускаются никак. Все. Блин, а на чем я смогу подлететь? А, сейчас не успеет. На чем я смогу подлететь? Я ж не прокачан. Блин, тачки нет. Ну, спасибо за попытку все равно. Тачки нет, блин. Я не смогу просто... Это новое. Да я понял. Не, я меня уже зона бьет, и пока мне не получится, к сожалению. Я ботинка убью. А, я думал, снайпер стреляет где-то. Это я с байки. Сейчас ты попасть. А, увидела. Бля, вон он. С моим два стоит. Вон он. Я уже вижу эту М2, да. Хоть она в маленьком пикселе, но я уже вижу свою М2. Мифический. Да. Блин. Не, я против него никак не выйду. Да ладно, где у меня танцует? Земля мутная. Да, да, это моя М2. От нее не убежишь. Земля классная. Хули ты лечишься, падла? Хули ты лечишься? Тут я у Лазарев, там вся школа по нему. Да. Да, там без вариантов просто. 39 теперь тебе вернуть. Ага. Чё, тунду будешь брать завтра? Я завтра еще буду еще печень ломать. А я завтра буду учиться. А я на работу. И завтра еще. И послезавтра. А вечером да, еще и Алькатрас пущу, а после Алькатраса еще и паучка пущу. Читайте! Не кричи! Я могу завтра долго поиграть. Ну, хотя бы в турнир. Я думаю, успеем. Ну, чуть-чуть. Там телевизор Венома убил. Может, я и не пойду. Если как это как мама скажет, так и будет. Если она меня пошлет на все четыре стороны, я пойду в колледж. Если жалится надо мной, то не пойду. Надеюсь, она ну, жалится. Ну, и куратор сказал, типа, попробуй только не прийти. А ну, смотри, волоса какие белые. Вроде мне и похер на него. Мой сон важнее, чем какой-то там колледж. Полностью согласен. Я пришел а я это сюда давно еще понял.
Тут усилитель от бедра, там, не вот Митя. Я вижу, кто-нибудь покрасьте мне эту, как ее, что это у меня. Я не вижу, на перо похожее у меня, короче, в руках. Кто-нибудь покрасьте мне перо. СХ-9? Нет, это перо, по-моему. Да, это перо. Ну, сейчас. Быстрое прицеливание. Перышко. Быстрое прицеливание. Я уже взял, у меня есть быстрое прицеливание. Легендарное? Да. Ну, там его уже забрали. Да, забрали. То. Даша, тебе какие перки нужны? Кроме усилителя от бедра. Паша, все равно большое спасибо, но я с этим поиграю. Вот, хочу какие, с этим. Какие пожизненные? Жизненно необходимые. Ну, дальность, увеличенный магазин и вертикалка. Кулачок, да. Да, кулачок. Я как увидела, я офигела. Ты что, за что ты такие? Да. Один, Николай Андрей, он Николай или не Андрей, или два в одном? Там, короче, есть злой карась. Фига себе. Какой он злой. Злой карась. Да это давние счеты еще наши. А кто это? Не хватает федерации только, да? Ну, когда ты их завалил, а потом тебе написали, что ты, тебе повезло. Так тебе повезло, я просто одним пальцем играю. Все, вспомню. Я просто подлагнула, поэтому ты меня и убил. Да. Знакомый с ним. Я что-то красных вообще не помню. Кизилема. Гасигоу. Кого только нет. Ладно, красных нет. Покуйся. Аштихиат, Гогот, Акалил. О, блин, я слышу, где они. А вот. Они на улучшалке. А, тогда давайте пока не будем соваться. Да, на улучшалке, на улучшалке. Я добью тогда. А куда ехать? Ну, потихонечку будем идти. Потихонечку, да. Не надо, не надо! Даша, ой, не, да. Даша, не Даша, если не собьет. Артём, как не стыдно? А. Вообще, Артём, ну как, ну как, ну зачем теперь, ты его сбил? Ну вот он теперь не видит вот, все из-за тебя, Артём. Вообще. Как тебе не стыдно, а? Вообще. Вон, на улучшалке, видишь? Вон. Да, вижу. Вон там трое. А у меня зрение -100. Я слабовидящий, понимаете? Меня так обозвали. Меня тоже слабовидящий. Учитель. Я не слабовидящий, я хорошо видящий. Особенно лица уродливых людей. Плохая особенность, но она, к сожалению, есть. Вы такие приемчики мне на комнату показывают. Вот это вот Денис, вот он. Блин, укрытие сломано. Там бот сзади вас идет. Бот, отвали. Да не хочу. Так, отстаньте от него и помолчите. Хотя бы в день рождения Глеба. Отстаньте. Так, вон снайпер. Такого не бывает. Блин, я не могу. У нас челик пробрался, ловушечник. Вот там, за домом. Да, ты одна видишь. Ой, меня видят. Меня видят. Меня подбили. Мне нужна помощь. Не умерла. Меня тоже подбили. Так. Ой, нихуя. Ты чё прилёг-то? Ну, меня же он подбил, а потом ты его подбил. Сейчас. Так я так стреляю, Паша, спокойно думаю, что я за пригорочком спасёшь, пожалуйста. Иду. А ко мне тачка едет. Тачка едет. Меня сейчас будет добивать падла. Знаю, а нет, он Ашес. У Ашес. Давай. Да блин, давай. Ну, гребаных. Пиздуй, ножа. Иди.
HT-шники. Бля. Сука. Равноправие. Не слышал. Все нормально. Так и должно быть. Будете вы где-то в субботу вечером в этот в кастомку на призы играть? Я вечером буду, не знаю, дома, не дома. Я буду на дне рождения. Я дома. Но пить я много не буду. Можете по видеосвязи позвонить, потом убедиться. Мне кажется, там я на так 3, маме буду звонить. На 3 неофициальных доната, то есть на 30 КСП. Ну вот какая. То есть они их закидывают, ну, если затратить. Я-то рад, конечно, Служок, сейчас самый первый, ребят. Я-то сейчас рад неофициальному, но, блин. Что мне взять-то? Что взять-то? Только знаешь, в чем проблема? Если ты будешь со мной, тебе хоть одну снайперку надо. То есть там можешь стрелять с чего хочешь, но одна снайперка должна быть. Бля, ну я за. Ну все, ты не подходишь ко всему. Да нет, ты будешь помогать. Я так буду это броню ломать им. Успевать. Да. На подстреле. Подстрелил. Саша бриллиантовая дилкью, что там? Что она? Ну конечно, я умею играть. Ты же профи, мастер. Там учиться играть я не с чего. Я же брейли правила. Сама. Да-да. Сама. Я вообще-то раньше сам играла кто-то на DL. А сейчас на чем играешь? На позиции. На телефоне. Не, ну в принципе по факту. Сейчас на телефоне, а до этого был не телефон. Ментально. Ментально играл. На. На. О, тут еще один бегает. Ты... Иди ко мне, я тебе заплачу. Не плачь. Плачь, смотри. Ой. Со стороны. Так, тут килл валяется. Тут красный есть. Хорошая новость. И тут есть красный. А я иду. Еще а я иду за тем, кто мне что-нибудь покрасит. Я иду Даше спрашиваю, у нее есть. Там у нее фар. Есть фар. А я принесу сейчас. А где у тебя там ракеты? Я сейчас принесу. Даша, где, где? Покажи. Краем глаза. Сейчас, сейчас, сейчас. Там. Вот, покрасьте, пожалуйста. Там это где? Спасибо. Там. Спасибо. А там. Там великий красный есть. Там. Пойдем. Почему ты флиртуешь с моей девушкой? Не надо. Блин, ну там нет ракет. Ней. Ну я поговорю, что они там будут. Я спрашиваю, там есть ракеты? Ты говоришь, да, они там. Не помню, не знаю, ничего. Дай ракеты, пожалуйста. Я ей сказала, они там были. Ты же ну дай, пожалуйста. А вы сбегали, взяли там ракеты, нет? Ты пошла туда, но я не знаю, пила ты или нет. Вот, у нас этот байк. Бай. Байк. Сейчас я пока это пока не нашел саму одежку. Что ты катаешься там, чел?
Ой. Где он там, его не вижу. Напалмом стреляю где-то. Я там попадаю хотя бы. Ай! Ой. Он вообще без брони. Убей. И бегу! О. Очень вовремя. О, у него самонарядка, брат. А. Там едет тачка. Сука, едет. Опять промазал. Блин, невидимка. Блядь. А я лечился. Загасите, верю, а загасите. Я еще и отличился, когда. Я загасил. Спасибо. Так, тачка. Сейчас. Сука, нет. Загасите, я верю. Нет, сука, ебые. Со снайперки? Да, со снайперки. Лох. Да ты тоже. Я лох. Сколько их? Там один. Там два. Один снайпер. Один уже бегает. Эху. А чё их сюда принесло? Тут же ничего нету особо. Не улучшалки, ничего. На газовый повод приехали. Сейчас они уедут. Это у меня только пистолет. Так. А, сейчас будет преследовать, еще не даст это воскресить. Они ушли оттуда. А машина уехала за Ашес. А вон, вижу. Он вижу, не даст. Уходи, если только между домами, чтоб он не мог маневрировать так. Сука. А я постою. Ну, ждем, пока отвалит. Я надеюсь. Ну все, я поиграл. Я надеюсь, к тому противнику, который тебя убил, раптор, к нему пойдут люди. И этот отвалит. Аташес. О, не, он не выпустит. Он, правда, еще каким-то образом отстает. Раптор. Раптор дуэшпик инглиш. Блин, это так интересно, гоняться за челиком. Ноушут. Раптор, ноушут. Ноушут. Раптор. Господи, ты. Сука черножопая, я сейчас убью тебя. Ага, через 2 минуты. Че он перестал? Это он. Бро, ноушут. Блин, жалко. Ну не жалко. Что жалко? Ну жалко. Что жалко? Я бы гонялся до последнего. Мне интересно было бы такое. Но когда за нами гоняться, это, конечно, не интересно. Но. Все. Хана этой чурки, блять, английской. Да я не миллиона скоро. Слушай, он все еще разговаривает. Ну потому что рядом с ним сдох. Я за Ашес наблюдаю. Ну, а твой труп там. Ну и. Твой-то ящик там. А, да? Да. Доброе утро. Ну это уместно сейчас очень. Да блин, ну ты опять залагал этот грёбаный телефон. Что ж ты лагаешь так постоянно? То переворачивается, то не переворачивается. Так отключи. Но он не нужен. Это Samsung, Артём. Это Samsung. Это просто старый телефон уже. Шестой просто пошел. Она дочка немца, видеть мать, изнасиловала, её как ненавидеть, её как ненавидеть, да, это что? Нихуя, что кого там изнасиловала? Она решила изменить себе внешность. Кого изнасиловали? Это кино. Нихуя там. А вы что подумали?
Я еще не это. Не надо такое думать. А куда лететь-то? Там розовый есть. На ферму. Я кашес. Куда вы летите? Ну он кашес, там розовый у них. А, ну все, я тогда завалю. Там машина! Вовремя, я понял. Вовремя. Бля, это я все понимаю, я не да, это те самые. Да, это те самые. Помогите, да идите нахуй, у меня только оружие прогрузилось, сука. Блин, там еще эти из другой команды. Негатив. Раптор, no shoot. Да какой раптор, там и другие есть. Он не один играет против нас. Блин, ко мне бежит. Как дела? Как убежать сможете? У меня лагает еще, как всегда. Беги, беги, беги. Тебе ботинок убьет. Ух, слава богу. Хлебный осел. Он уже не тебе хлебный, он уже осел. Не стыдно тебе. Сейчас. Где вы там помнили? А, он. Сука. А. Ай, блин. Гнусик, какая ты тварь. Какая ты тварь. Они русскоязычные. Они русскоязычные. Так, сейчас. Где тачка? Где тачка? Где я тачка? Хочу иду, хочу иду. Бля, вон. Бля, вон. Ой, они говорят. Я же говорю, они русскоязычные. Я же говорю, они русскоязычные. Да нихуя. Но я не слышала это. Ну ладно, я пока на Валберсе посижу, да. Не хочешь посмотреть? Ну все, можно новую катку начинать. Умираю. Ну я же, он в плавающем экране, я вижу, как. Они еще плывут до тебя, все, встречай. Я картинки смотрю. Я хочу. Успешно тачку быстро сесть? Только не знаю, когда я это все куплю. Блин, еще подлагивает. Подлагивает. Сука! Да подлагивает, сука! Лох. Не надо, я уже занят. Я не смог оттуда. Ты у дня рождения еще долго. Сука, теперь целый год ждать мало. Так. Куда прыгаем? Кто первый? А, я? Даже не знаю. Даша тебя перекинула. Турбина. Поздновато. Ну, туда, туда никого. Наверное. До 4 мая еще долго. Я найду деньги, на тебя не беспокойся. За это время. Ну там нету праздников вроде ни у кого. Кроме тебя. До какого? До 4-го. Ну не знаю, блин, я за РГ взял. Доживем. 4 мая. Да. Когда это 4 мая? 4 мая, наверное. Не скоро еще. Нужно февраль пережить, март пережить, а потом уже. Ой. Вот так-то лучше. Еще долго. Там спасибо, я это возьму. Там соображает, какой месяц за каким идет. Я тоже не соображаю, я посмотрела в тендеры. А я и смотрю, и не вижу. Я приценила, сколько мне еще тратится. Хватит именно на проживание жизни. А тут этот, нет ничего. Я хочу картины. Картины? Я хочу новую. Что за картины? Я заебалась, это алмазное дело, чужие, я хочу на краски. Краски. Есть алмазная картина? У меня есть, да, уже давно. Покрупиться. Летом купила. Такое тоже есть? У меня алмазная картина с лета, еще есть, потому что я в колледже, я долго ее собираю, так-то я бы и за месяца, за неделю две собрала, потому что, да. Помнишь, я после дня рождения собирала картину, которую собрала за месяц, потому что она большая. Ну. Ой, за месяц, за три. За месяц, да.
Вот, это бы я бы собрала так же, если бы я каждый день сидела над этой хуйней. А этот уже какой месяц идет? Пятый, да, месяц там? Шестой? Ой. Смотри, смотри, Глеб, смотри. У меня есть вот. У тебя над глазами видео. А я подумал, что это другое. Перед глазами. Ну, я думал, там золотой магазин, а там твой магазин. Я такая, ладно. Я золотой магазин краски взял другой. Понятно. А где ты отмечал свой? Вон, за РГ. А, я вижу, я вижу, я вижу. Только она покрашена уже. Я вижу, я взял. Я другое взял. Красных ящиков не выходил. Ой-ой-ой-ой. Да, Элка. Я что, вам помощник, что ли? Помогает. Но я... Почему парни не могут себе кофту выбрать? Почему вы не можете себе кофту выбрать? В смысле, не можем? Потому что нужен ваш совет. Я не могу так. Ты серьезно не можешь без выбора? Мне Никит пишет, ты можешь помочь выбрать мне кофту? Я просто не знаю, что я хочу. Я такая, ну нихуя, блядь. Я что, блядь, кто по мне? Я представляю, если бы выбор был... У меня такой тоже есть. Я представляю, если бы у меня был такой же выбор, только с видеокартами. Я бы там... Да, вот я реально не знаю, что хочу. Я бы много оттыкнула, если бы попросил помочь. Самое дорогое. Вот да. Самое дорогое. Самое дорогое. 1025. Не прогадали. Самое 40, качественное. 40-90. Даже больше. Тыкаешь, и все проходит. Усилитель стрельбы от бедра. Желтый. Я вообще не понимаю. Не, я не буду брать его. Я возьму. Я пока добегу, я уже потеряю метку. А я ты бегу. Ок нажми, не потеряешь. Ты интересно, я бегу, потеряю метку, пока добегу. Так когда отмечаешь сам, вот типа, предоставь мне. Она не потеряется, пока не добежишь. Так она теряется. Ой, спасибо, моя любовь. Она теряется, я же нажимала. Меня, видимо, не терялось. Всё, можно лететь. Ты дебил просто. Подождите, я бегу, я бегу. Фу. Ой. Слушай, я только сейчас близко рассмотрел, у меня оказывается на ЗРГ заделано заклепками. То есть не шурупами, не болтами, а заклепками. Это чтобы вообще снять нельзя было. Только оторвать сразу. Что на ЗРГ? Ну вот, приклад заделан не болтами, а заклепками. Болты открутить можно, а это только на заклепку оторвать. Можно крышку поставить. И типа, чтоб не видно было, что это болт. Вот там тачка. Ух, ебать. Родные, я иду. А я иду. Блин, они, наверное, забрали. А я иду. Блин, они, наверное, забрали. Все, мы всех забрали. Да, всех забрали. А я один умер. Почему? Ну что, блин? У меня так же. Не лутай меня. Ах, придурок, залутал. А это ты? Да. Это ты? Да. Это я. Вот это Даша. Вот это Даша. Да. Да? Да. А я особо ничего не взял, я только ракету взял. Чем ты мои ракеты взял? А это кто? Челик вот тут. Там челики лежат. Ну, лутай. Я возьму.
О, сама надежку они не тронули. Хорошо. Там розовый на том берегу. На том берегу розовый. Я... Два розовых. Три. Ух. Интересно, есть туда. А у нас метель на улице. А у нас. Снеган занесло все. Просто. Не видно, не когда пьет. У вас там уже там аварии происходят на дороге там? Никогда. Когда плюсик будет? Что за плюсик? Ну, когда у них плюсовая температура будет? Это у нас плюс 15, 12. Зимой такого не бывает. Едет тачка? Я не понимаю. По-моему, нет. Хорошо. Ну нет, ну не лагай, пожалуйста. О, молодец. Все. Ну я иду назад, потому что она в зону. Все забыла, все. Кину черный сети, грязный план. Даша, все забыла. А где? Что где? Там еще один раз. Там да, он там, да-да. Ну там. Челика вижу, вижу челика. Блин, я только пошел за этим. Еще и там появился челик. Он там не один, там четверка. И надеюсь, аж если он сейчас подымется, а мы его хлопнем. А я сбоку начинаю стрелять, понимаешь? Он на меня отвлекает. Вон, пошли. Забежали внутрь. Они уже забежали? Да, забежали. Туда. Сейчас мы будем с другой стороны выкуривать. Я в ту сторону смотрю. Сука. Мимо. Блин, ну я знаю, что они там. Вон он, сука, стоит. С той стороны. Так, надо ходить. Да, вижу. Блин, они забрали все там, уже. Там еще сзади. Блин, да, что-то сходя. С другой стороны обходит. Так он там обходит. Появляется и... Ты не стреляешь, я начал тоже стрелять по ним. Даша, тачка. Чуть не сбил меня, вот индивидуум. Кто права давал? Сука. Блин, сука, он так крутится, что я его не вижу. Он сейчас в тачку сядет. Даша, отходи. Нет, они вылезли вдвоем. Блин, что ж такое? Минус, добейте. Это добью. Наверху на крыше. Нет, не на крыше. Сейчас он встанет, сейчас. Так, спокойствие. Просто не скоординированно все произошло. Спокойствие. Сбагуйся. Узбагуйся. Да, надо узбагуиться. Сейчас. Да, пока сейчас уже залутаю. Ну а что мне еще сделать? Так. А, сука, стреляет. В воде, в зоне. Когда она такая сильная уже. Вот это вот. Немного неудачные катки. Пошли. Ну, бывает. Где? Откуда? Я сейчас не... Он встал. Хера. Он встал. Сука, сидел, просто ждал. На нахер. Аша, сможешь на вертолетике? Так быстрее было. Она убила его.
Ты прикинь, сколько он тварь просто сидел, ждал. Еще и в зоне сидел, главное. А что это за хуйня? Почему музыка такая прикольная играет? Это эффект, мифический персонаж. Новости читать надо. Все кончился. Бля, еще одна тварь. Ты прикинь, и это там сидит. Да я просто...